Всегда есть пространство для совершенствования, для постоянного улучшения. Посмотрим, к чему это вас приведет. Люди считают других просветленными по сравнению с собой. Вы можете быть замечательными, но вы не преданы своей замечательности. I am not pursuing enlightenment with 100% sincerity because at some level I am not convinced that. Я не стремлюсь к просветлению со 100% искренностью, потому что на каком-то уровне я не уверен, что это произойдет в этой жизни, с учетом моих ограничений. Как мне преодолеть эти ментальные установки? Встречались ли вам люди, которые приблизились к этой возможности, и каковы мои шансы? Не стремитесь к просветлению. Вы не можете стремиться к просветлению. Как можно стремиться к тому, чего вы не знаете? Вы стремитесь только к тому, что вы уже знаете. В чем смысл стремиться к тому, что вы уже знаете? Какой смысл бежать за тем, что вам уже известно? Если вам нужно идти в неизвестность, то единственное, что остается, это продолжать идти. Идти в одном направлении и не останавливаться. Может быть, это направление неверное. Не имеет значения. Продолжайте идти. В конце концов, планета круглая. Если вы продолжите идти и будете идти прямо, а не по кругу, если вы просто будете идти прямо, то неизбежно придете куда-нибудь. Никто не сможет отнять это у вас. Если у вас дома есть собака, то вы наверняка знаете, что если пощекотать ей хвост, она начнет за ним гоняться. Многие люди тоже так делают. Гоняются за собственным хвостом. Даже просветление — это их собственный хвост. Никто не говорил вам, что оно существует. Но определенно вы можете заметить, что некоторые люди в своем естественном состоянии немного счастливее. Не из-за денег, не из-за богатства, не из-за умений, но просто судя по тому, как они сидят или стоят, кажется, что у них все немного лучше, чем у других. Да или нет? Всегда есть простор для совершенствования, постоянного улучшения. Посмотрим, к чему это вас приведет. Но если у вас есть надуманные идеи о том, что такое просветление, то вы будете стремиться к этим надуманным идеям. Но они никогда не станут просветлением, потому что это ваши идеи. У вас не может быть идеи о том, что вам недоступно, не так ли? Все ваши идеи, представления, все ваши знания могут быть одной и той же ерундой в разном порядке и сочетаниях. Это как представление о Боге. Если вы человек, то Бог — это большой человек, не так ли? Мы в Индии немного либеральнее, поэтому мы сделали богами животных, птиц, змей, слонов, коров. Потому что мы понимаем, что в конце концов у них могут быть собственные боги. Но если быть очень догматичным и непреклонным, то можно сказать, что Бог — это человек, мужчина. И у него светлые волосы. Это очень непреклонная догма. Люди в других частях света никогда не смогут вообразить Бога со светлыми волосами. Просто не смогут. Вы сможете? Я уверен, что у африканских богов вьющиеся волосы, а у индийских — черные, например. Это все наши идеи. Наши идеи, независимо от того, что мы делаем, основаны на том, что мы уже знаем. Ничего другого быть не может. Поэтому не думайте о просветлении.
Вы просто будете ходить по кругу, дурача самих себя. Если вы станете абсолютно, то есть, безусловно, замечательным человеком, вам не нужно будет беспокоиться о своем просветлении. Другие люди смогут сказать про вас: «О, он просветленный по сравнению со мной». Люди считают других просветленными по сравнению с собой. Посмотрите, какой я, и посмотрите, какой он. Он должно быть просветлен. Но не существует такого эталона, что вот это просветление. У всех все хорошо, когда вокруг все устроено так, как они хотят. Так, как вы хотите. Когда все ведут себя так, как вы хотите, у вас все замечательно. Но когда все вокруг ведут себя не так, как вы хотите, и когда жизнь работает не так, как вы хотите, тогда, чтобы быть замечательным, требуется нечто иное. Когда в вашей жизни, в вашей семье, в вашей карьере, во всем, что вас окружает, все идет не так, но у вас все равно все замечательно, тогда пока что мы можем сказать, что вы просветленный. Согласны? Если вам нужен эталон, происходит нечто замечательное, настолько чудесное, что ничто не может повлиять на это чудо, тогда люди говорят, что это просветление. Но вы сами никогда так не говорите. «Я стремлюсь к просветлению» означает, что однажды вы объявите себя просветленным, и тогда всем станет понятно, что вы псих. Если другие скажут: «Он просветленный», это хорошо. Но если вы утверждаете: «Я просветленный», это уже случай из области психиатрии, не так ли? Вы можете быть замечательными, но вы не преданы своей замечательности. Вы радостны. Иногда вы испытываете блаженство, вы даже любящие, но вы не преданы этим качествам. Прекрасные цветы благоухают. Цветы очень преданы. Вы срываете их, они все равно благоухают. Их едят коровы, они благоухают. Вокруг суетятся пчелы, они благоухают. Цветы никогда не разозлятся и не превратятся в скунса. Но вы не такие. Вот вы замечательные, но стоит кому-нибудь вас задеть, и вы становитесь скунсом. Вы не преданы своей замечательности. Однажды Шанкаран Пиллай держал зоомагазин. И там у него была замечательная собака, золотистый ретривер, чудесная собака. Один человек решил купить эту собаку. «Сколько вы за нее просите?» Шанкаран Пиллай ответил: $2000. Покупатель удивился: «Что? $2000 за собаку? Не слишком ли это много?» На что Шанкаран Пиллай сказал: «Посмотрите на нее, разве она не прекрасна?» Покупатель посмотрел на нее и согласился: «Да, это чудесная собака». Он заплатил, взял собаку и спросил: «А она преданная?» «Конечно, очень преданная. Я продавал ее уже 7 раз, и каждый раз она возвращалась обратно в магазин». Будьте преданы своей замечательности. Это все, что нужно. Вместо того, чтобы стремиться к просветлению, будьте преданы. Выберите что-нибудь одно, на ваше усмотрение: радость, или блаженство, или любовь, или гнев, или ненависть, что захотите. Просто будьте преданы одному этому в каждый момент своей жизни. Как вам такое? Вы станете просветленными. На данный момент проблема в преданности. Вы гоняетесь за собственным хвостом. Вы, конечно, продолжаете бежать, вам кажется, что вы куда-то движетесь, но вы никуда не движетесь. Особенно если вы
гонитесь за просветлением, то вы точно никуда не придете. Просто останьтесь преданы одному выбранному качеству. Я даже не говорю, будьте любящими, радостными или блаженными. Нет. Если вам нравится злость, ненависть, зависть, вы можете быть такими, но в каждый момент своей жизни. Вот и все. Тогда работа сделана. Правда? Это все, что требуется. Что бы ни случилось, что бы ни произошло, будьте преданы одному качеству. Нишчала татвам дживан мукти. Если вы непоколебимы, это все, что нужно. Сейчас проблема в том, что вы двигаетесь во всех направлениях сразу. Ваша преданность меняется каждую секунду, не так ли? Когда вы сидите здесь, да, садхгуру. Просто выберите что-то одно, одно чертово качество, и будьте преданы ему в каждый момент своей жизни. Тогда дело сделано.